Нападение на ресторан в немецком городе Ансбах, во время которого погиб один человек и ранены десятки людей, классифицировали как теракт. Полицейские нашли в мобильном телефоне смертника видео с угрозами на арабском языке. В ролике мужчина клялся в верности лидеру радикалов Абу Бакру Аль-Багдади, а также рассказывал, что собирается совершить акт мести против немцев в качестве возмездия за убийство мусульман. На данный момент известно, что экстремист приехал в Германию 2 года назад. Ему отказали в статусе беженца, но позволили остаться в стране. За это время он несколько раз попадал в психиатрические клиники и дважды пытался свести счеты с жизнью. Комментируя произошедшее, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман заявил, что Германия должна быть готова к новым нападениям боевиков. Мы должны действовать на опережение. Все чувствуют, что нападения, подобные тем, что произошли в Брюсселе, могут произойти в Германии и в Баварии, и в земле Северной Рейн-Вестфалия, и в Берлине. Мы должны быть полностью готовы к таким ситуациям.